На живот тебе, он перестанет плакать? Да. Куда тебе положить? Вот сюда, прямо на живот? Да. И он не будет плакать? Да. Ну что, нормально? Не плачет? Нет. Угу. И успокаивается. Подождала. Марина играет с собакой. Собака растет. Сиди. Не подняла по часам. Молодец. Забирай. А у меня Илюха спит. Забирай. Молодец. Дай. Молодец. Сейчас нужно съездить в DMV. Молодец. Взять драйвер рекорд. Для... Аксель растет, не подняла по часам. Да. Мама. Для получения травки. Нога чуть лучше, но все равно еще я не могу ее сгибать и ступать на нее. Хэппи. Вот так вот школьные автобусы, когда привозят детей, они останавливаются и говорит стоп. И нельзя ехать, пока ребенок не выйдет или не зайдет не и хочет, не сядет. Не хочет что-то выходить, да? Это ваш бас 13-й? Нет? Ай, под самый последний приезжает. 4:30. Ехали на мусор под этим хвостником. И это. Тут ребята нам помогли. Чернокожий помог выгрузить. А? Вот, наконец-то у нас. В Южной Каролине, в Спаттенбурге начались теплые деньки. И стало идти с дождь. А то весь февраль было прохладно, около нуля, там 5 градусов, максимум 10. А, и дожди. Там 3-4 дня дожди, потом один день чуть-чуть солнышко. Но все равно прохладно. Утки уже, да, выплыли. Ну что, панда, готова гулять? Готова? Гулять будешь с мамой, да? И с Илюшей. Да, панда? Марина пошла с Илюхой с пандой гулять по кругу, а я сейчас доковыляю до Макса. Доковылял потихонечку на детской площадке, и Макс пошел уже где-то там ползать. Классная погодка сегодня, где-то градусов 18 на улице, а на солнце, наверное, 22-23. Ну, радует уже хотя бы то, что я могу более-менее уже выходить куда-то. Конечно, нога еще опухает, но, тем не менее, уже чуть лучше. Сейчас вот думаю, не знаю, делать мне МРТ или не делать, потому что оно очень дорогое. Сейчас я решаю вопрос, что с этим, что сделать, короче. Как его сделать, может, подешевле или его не делать. Потому что уже 2 недели прошло после того, как я травмировался. Уже больше, чем 2 недели. А, ровно 2 недели.